Приветствую вас, Полина. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Значит, вы пишете, что вы с мужем уже 5 лет, все это время мы работали в разных графиках, проводили вместе не более одного дня в неделю. Иногда совместных выходных не было месяцами, меня это полностью устраивало. Я занималась своими делами. Он своими, встречались по вечерам, обсуждали общее, и вот карантин, оба дома уже почти 2 недели, и мне невыносимо. Смотрите. Глобально, ну, глобально, глобально, у вас проблемы с личными границами, вот. Это вот то, что я вижу. Что значит? Что значит личные границы? Личные границы — это значит четкое отделение себя от другого человека. Собственно говоря, это то, что у вас сделать категорически не получается. А нахождение человека рядом полностью вас сбивает. Что это значит? Ну, по факту, если мы говорим, это может значить неуверенность определенную в себе. Какие-то, может быть, сомнения в себе. Вот. То есть это сомнения именно ваши сомнения. Это именно сомнения в вас. То есть вы сами в себе сомневаетесь. Вот. Правда. Конечно, здесь вопрос заключается в том, как вы пришли к этим сомнениям, да? Вот, но, тем не менее, это, в общем-то, довольно серьезная для вас, может быть, проблема. И, соответственно, нарушение личных границ вас очень сильно нервирует, очень сильно тревожит, очень сильно напрягает, вот. И, соответственно, происходит у вас паника. Ну, в какой-то степени, ситуация связана с тем, что вы много времени, как мне кажется, попакали тому, что вам тяжело, вот, ну, в близких отношениях находиться с человеком. То есть тяжело, когда вот контакт с человеком достаточно такой вот близкий. Вот. И вы этому потакали, вы с этим ничего не делали. Вот. Когда случилось, вот, собственно говоря, то, что случилось, ну вот, как бы это дало себе знать, начало, точнее, давать себе знать достаточно сильно. Вот, при том, что вы же не имеете никаких средств и навыков, никакого адаптационного базиса у вас нет. Для того, чтобы
чувствовать себя в этой ситуации лучше. Вот. Ну, мне видится так. Вот. А какова проблема? Что из себя представляет проблема? Ну, честно говоря, наверняка сказать, конечно, сложно. То есть я бы не рискнул, например, говорить сейчас наверняка, с чем это связано. С неуверенностью, со страхом, вот вы говорите, что вам страшно, там, например, потерять себя, да? Вот, ну, соответственно, возможно, имеет смысл поразмыслить о том, как бы, что именно вы, как именно вы воспринимаете нахождение человека рядом. То есть сейчас это у вас такая довольно хаотичная идет реакция. А вот, ну, надо бы, на мой взгляд, постараться эту реакцию как-то более сформулировать, да? Вот, и вполне возможно, что за этим есть какой-то ваш, ну, ваш собственный страх. Вот, и, соответственно, уже с этим что-то делать, в этом направлении двигаться и взаимодействовать с, например, психологом. Допустим. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Может быть, от мужа вы чувствуете некий такой, как бы, так это, выразить, ну, посыл, да? От мужа вы чувствуете некий такой посыл, некий такой, какой-то такой вот, что-то гнетущее, да, как будто бы, вот, и это может быть вас напрягает, это может быть вас вот сбивает. Но в целом, конечно, все указывает исключительно на то, что вы не уверены в себе, и не уверены в себе вы достаточно сильно. Вот, к сожалению. Вот, в принципе, так, в принципе, вот то, что я могу вам сказать, то, что могу вам ответить. Вот, с учетом тех нюансов, да, которые вы описали вы достаточно мало, в том смысле, что пишете вы все об одном, да. Вот вы пишете, мне невыносимо, тремор нервы, сидим бок о бок. Почему бок о бок, непонятно. Он реально мне мешает, я совершенно не могу жить своей жизнью рядом с ним. Почему? Непонятно. Так вот, видите, теряю себя. Опять же, как это происходит, что вы себя теряете, то есть не я. Значит, полная апатия, не понимаю, почему так происходит. Ну, нужно поговорить, разобраться. Он ненавязчивый, мне это не помогает, чтобы возвращаться к замыслу. Мне нужно полностью чувствовать себя в себе, мне нужно полное одиночество. Ну, опять же, в таком случае возникает вопрос, что для вас означает наличие другого человека рядом.
какой контекст взаимодействий с вашим мужем у вас? Вполне вероятно, что вы просто очень поверхностно знакомы со своим мужем, не доверяете ему, своему мужу, вы не доверяете. И отсюда может быть трудности. Так, рядом колбасит, даже если просто сижу рядом с ним, проваливаются какие-то необоснованные нервы. Так, ну, осталась одна мысль чистая, желание понять. Ну, не это разбирать. Ну, не это разбирать. У вас это очень непроработанное, не особо. Вот. А это нужно разобрать, это как бы, ну, это корректируется, вот. Так что беспокоиться вам особо сильно не нужно. Вот. Главное, чтобы вы разобрали, что это значит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.